Всем привет! Обзор на томат, который называется Эхо. Это раннеспелый томат с очень красивыми плодами, зеленого цвета, такого медно-зеленого цвета и зеленой мякотью. Вот этикеточка. Как видите, плоды соответствуют. И сейчас я вам покажу их на кустиках, потом проведем взвешивание и расскажу про характеристики этого томата. А вот и Эхо. Посмотрите, какой урожай. Кусты просто увешаны. Мы специально держим томаты, чтобы они перезревали прямо на кустах. Потому что там все томаты идут на семена. И мы их передерживаем, чтобы семена были хорошо поспевшими. Вот, взгляните. Это солка ударила. Это такой плод выкидывается. Просто бомбезные кусты. Целый ряд из 30 кустов. Туда дальше пошли. Это все томат Эхо. Край вообще там бомбезный. Там перегнойчик есть. И хороший урожай. Конечно, если вы выращиваете для употребления в пищу, вы срываете их раньше. А мы их держим, чтобы они перезревали. Плоды давайте сначала взвешим. 232 грамма. 180. Плоды зеленого цвета, как я сказал уже. Вот поближе покажу плод. После наводнения у нас был потоп, очень много влаги, и они треснули. Но это все сорта треснули, какой бы он был неустойчивый, они потрескались в этом году. Вес, как уже мы посмотрели, 180-250, и даже бывает 300 грамм. Мякоть зеленая, какой-то там небольшой розоватый оттенок есть. Сорт неплохой, буду выращивать в следующем году. Еще один плодик. Такие вот красавцы. Кусты высотой 80-90 сантиметров. Сорт раннеспелый. Выращивать можно в открытом грунте и в теплице. Эхо — это очень классный томат, который мне понравился, и буду его выращивать и в следующем году. Обязательно посажу. Вот такой вот крутой, сладкий он очень сильно. Вообще кислинки никакой нету. Мне он понравился. Я люблю сладкие помидоры. И вы, если хотите вырастить такой вот экзотический помидор, переходите в описание под это видео. Там есть наш сайт, есть электронная почта. Пишите, заказывайте через сайт семена этого сорта и многих других. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Кто не подписан, попрошу вас подписаться. Оставляйте свои комментарии. Я стараюсь всем отвечать, если возникли вопросы. До новых встреч. Всем пока.